Продолжаем, дорогие друзья, прохождение бета-версии игры «Терминатор. Темные судьбы». Игра должна выйти в четвертом квартале 23-го года, и, как я вижу по первой прохождении миссии, она должна быть многообещающей. Это, я думаю, что будет нереальная бомба, если ее сделают добитят, то я думаю, что это будет достаточно неплохая игра. Стратегический уровень графического дизайна и соотношение ностальгического сока — это будет просто нереальная бомба. Но мы продолжаем прохождение. Вторая миссия, ребята, это демо-версия. Запомните одно: она будет очень сильно отличаться от того, что вы можете увидеть в оригинале. Давайте отправляться. Это наша вторая миссия. Независимо от того, пройду я, неважно. Первую миссию я прошел, как бы там был прецедент, можно было и не пройти. Но игра достаточно легко проходится, и как бы нет проблем. Но если что-то будет не так, ребята, не обессудьте. Я просто закончу на этом, скажу свое мнение об этой игре. Но мое мнение, что эта игра заслуживает вашего внимания. Пройти ее, когда она выйдет, конечно, официально выйдет, это будет бомба. Я так думаю. Так, у нас гости, да? Так, они наступают сюда, да? Так, объект уничтожен, отлично. Давайте думать, что будем делать дальше. Надо здесь помочь. Так, давайте, парни, давайте двигаться. Здесь какая-то еще одна деревня. Так, очистите дорогу для прибытия боевого медика. Я понял вас. Это что такое? А, это группа поддержки, да? Так, отлично. Так, я как понимаю, надо сейчас будет просто снять позицию, да? Так, я понял вас, да. Надо занять эти три здания, ребята, чтобы оборонять наши позиции, хорошо. Ладно. Как-то что-то не впечатляет меня. У нас что-то с народом как-то маловато. А как они туда оказались? А почему я про них забыл? Контакт? Где контакт? Парни, простите меня, парни. Блин. Минус снайпера, печаль. Я думаю, что не надо было занимать этот дом. Они бы не респаунили бы эти терминаторы. Ладно, будем так дойти, ребята. Я думаю, что мы все равно полицию тут сдержим. Ничего у них не получится абсолютно. See that striker we got? Good vehicle to have, especially since it can solve our ammo problems. Put a squad inside.
they can re-ammo from it. Yeah, but just remember, it can run out of ammo too. Да я понял вас. Они все пытаются наступать, да? Так, а здесь наступают, да? Защищайте медика, защищайте позиции гражданских. Я вас понял. А это какие головорезы, что ли? Sit rep, Lieutenant. We're outnumbered by incoming enemy reinforcements. We need to abandon this position now. Bad call, Sergeant. What about these injured civilians? We stay here, we all go down. We pull back, our core fighters stretch will survive. You want to leave these people for Legion to recapture? Not happening. Вся миссия, наверное, заключается в дефе, да, ребят? В принципе, мы справляемся с данной поставленной задачей, проблем, я думаю, не будет возникать. Как я думаю. Принимаем тогда гостей. Я вас понял. Работаем как дроны, да? Хорош! Молодец! Брэдли, брат, ты просто лучший. А, ты страйкер, да? Все равно от души красава, ты прям дрон оставил. Братишка, ты просто бомба. Ты лучший, кто мог себя защитить нас. От души, бро. Красава, просто красава. Wireheads can track us back to Haven. Doc's got the worst of the wounded loaded into the Humvee. These people need immediate aid. Incoming hostiles on multiple units. If they ain't happy about what we did to their combo. All right, inform up, Founders. We need to buy time for the Doc to get these people to safety. We didn't risk it just for Legion to take them back again. Your friend's soldier. Я не знаю. Хрен его знает, походу медик нас проводит. Иди сюда. Не провали. Ты чё, серьёзно? Мега собрали. Надо медика собрать, короче, я понял. Надо добрать для посылать, чтобы у него была поддержка. Без страйкера... А, ну да, это страйкер, не брать для тебя. Out of your sight. En route.
Let's go, давайте, парни. Давай, Хаммер, давай, брат. Ну, блин, в реальности, конечно, я быстрее бы ехал. Я прям как бы даванул бы там с ручника по на шестую передачу бы вообще бы. Ну, здесь что-то как-то он еле-еле. Так, мы страйкера потеряли, да? Так, брат, уходи отсюда. Я не знаю вообще, что я делал, правильно, неправильно, вообще пофигу, короче. Сейчас как будет, так будет. Все, ребят, как бы тут без обид. Впечатления самые положительные об этой игре, и независимо от результата, мы эту игру поиграем, когда она выйдет. Docks evacuated. Так, отлично. Humvee carrying the wounded is out of harm's way. Граждан, что-то спросить надо. Да, гражданство надо сопроводить. Это не наступает. Наверное, походу они все... Да? Ага, хрен там, вон они наступают. Нам можем сесть? Не можем. Поддержка. Пробуйте, парни, пробуйте. Гражданских надо сопроводить, да? Так, а это что такое? Во, серьезно? А я не знал, что нужно управлять-то. И посмотрел я на иконки. Ну, ничего страшного, вроде все неплохо. Что? Я думаю, что эта миссия сейчас будет закончена, скорее всего. Да, отлично, все. Сопроводили мы гражданских, ребята. На этом, я думаю, миссия завершена. Чё опять тащил? Чё не то-то? Кого? А зачем нам сержанты туда? Для чего? А, вот так вот, да?
Это типа точка дислокации для встречи, что ли? Heads up! All new Legion formation incoming! Where'd they come from? Damn it, Overwatch! You're supposed to be our eyes out here! Что опять? Конвой идет. О. They're moving to cut off our retreat. Step it up, да, we're gonna last. You keep going. Last. It's the old under. Да ладно, все понятно. Принимаем конвой. Камера просто лопнула, как вода. Так, вот они идут, да? Так, парни, давайте. Пофигу, если честно, проиграем и не проиграем, я даже не расстраиваюсь, ну, вообще. Мы просто уже поняли, что в эту игру можно играть, даже нужно. Игра будет классная, да, мы сейчас проиграем. Так что, ребята, давайте, всем спасибо за этот обзор, в этой игре было все очень классно. Всем еще раз удачи, подписывайтесь на канальчик, ставьте комментарии. И, естественно, увидимся в оригинальной игре, когда она выйдет в 4-м квартале 2023 года. Еще раз, с вами был Ракета. Берегите себя.